Вероника, вставай! Сейчас приедет школьный автобус, а ты даже рюкзак на балет не собрала. Что? У нас сегодня балет? Моя любимая Юбочка, я Снежинка. Да, и Лили идет с нами. Я вообще-то стесняюсь. Мы уже долго практикуемся, чего стесняться? Сними юбку с головы. Ах да, а то я ее ищу. Привет, девчонки! Сегодня у нас балетный класс. Вы готовы? Да, я сшила новое платье. Ой, а я не знала, что балет сегодня. Ничего, а я не знала, что сегодня сдаем рабочие тетради по окружающему миру. Ой-ой, пожалуй, я пойду в свой класс. Мы тебя ждем. После уроков идем на балет. Всем здравствуйте! Как и обещала, сегодня сдаем тетради по окружающему миру. Твоя тетрадь, Вероника. Ангелина Борисовна, честное слово, я случайно ее забыла дома. У меня все там решено. Если так, тогда ответишь у доски парочку упражнений. Ой-ой, так, Вероника, спокойно. Начнем. Определение слова погода. Ну как же там... Сочетание температуры воздуха, облачности, осадков и ветра. Что такое компас? Прибор для определения сторон горизонта. Покажи, пожалуйста, части холма. Это холм, а его части... Вершина. Потолок? Вероника, ну почти. Еще варианты. Вершина же. Склон. Подошва. Подошва. Вероника, действительно ты готова? Завтра донеси тетрадь. Фух, принесло. Спасибо, Диан. Не за что, сестренка. С тебя хот-дог. А что, сегодня пойдем в хот-дожную? Не знаю. Повернись к доске. Все на балет! Где там Лили? Я уже здесь. Я переодеваться. Уху, мы готовы! Ура! А я сегодня в своем платьишке. Оно у тебя очень красивое. Мне написала педагог, что она приболела. Сегодня занятие переносится на завтра. Но мы ведь только переоделись. Все в художную. Девочки, я могу провести занятие. Что? Ты умеешь? Да, я вела хореографию в своей предыдущей школе. Вау, так давайте же танцевать. Эй, а хот-доги? Пожалуйста, встаньте и выпрямите спинки. Первая позиция, ручки вниз. Стою как солдатики. Вторая позиция, ручки на уровне плеч. А это обнимашки. Третья позиция, одна ручка вверху, другая внизу. Фух! Я никак не запомнила последовательность. Четвертая позиция. Обе ручки вверх. Вверх, девочки, ручки вверх. Вероника, а ну не мешай. Я не мешаю, я вас мотивирую. Батман правой ногой. Вау, не просто все это. И левой, пожалуйста. Еще и левой ногой. Тянем носочки, девочки. Вероника, чего скривилась? Ну вообще-то тяжело тут. А теперь все делаем ласточку. О, это же мои любимые. О, быстрее бы в художную. Вероник, я прям слышу, как ты думаешь о хот-догах. И в заключении все тянемся на шпагат. Почти, я почти села. Фух, это какое-то издевательство. Давай, балерина, скоро художную. Ой, девочки, хочу пить, не могу больше. Думаю, что на сегодня все. А теперь-то можно хот-догов? Идем. Художная, идем скорее выбирать.
Джо, крендель с малиной и горячий шоколад. Вероник, ты после такого в дверь не войдешь. Ничего, расширим. Хорошо, а вам что, девочки? Я буду то же самое, что Вероника. А я съем просто вафельку. А мне просто чай и вафельку с зайчиком. Одну минуточку. Ой, ну что же так долго? У меня уже слюнки текут. Одну секундочку, почти готово. Пожалуйста, девочки, вам с кетчупом или горчичкой? И то, и другое, и побольше. А мне без горчицы. Какая вкуснотища! Напитки готовы. Как вкусно! Возьмите вафельку. Ой, мой заказ готов. Зря Лили с нами не пошла. Так вкусно. Она вроде сказала, что у нее диета, в отличие от тебя. Сделай лайк и подпишись на наш канал. Subscribe to the Double Bubble Channel and like this video.